Вот теперь, видите, я уже могу ходить. Все нормально у меня. Это уже сейчас Анатолий Беспалов может передвигаться на своих двоих. Буквально несколько дней назад мужчина едва не лишился стопы. Инцидент произошел в начале мая во время работы с мотоблоком. Ногу пострадавшего затянуло во фрезу работающей техники. Первыми на помощь пришли супруга и соседи пострадавшего. Именно они помогли мужчине вытащить практически оторванную стопу и вызвать скорую. Я надеялся только на не на лучший исход, а оказалось, что все нормально. Очень-очень-очень благодарен медицине, особенно скорой помощи, всем врачам, всем этим, кто присутствовал, кто помогал, кто это делал. Очень большой поклон, очень большой низкий. 65-летний пациент поступил в БСМП с тяжелой травмой нижней трети голени. Врачи диагностировали у него неполный травматический отрыв конечности на уровне голеностопного сустава с вывихом стопы. Практически обнажены были большеберцовые кости. По словам травматолога-ортопеда БСМП Дмитрия Руина, высок был риск потери стопы. Удалось восстановить стопу. Сосудисто-нервный пучок был восстановлен. Стопа сейчас на данный момент теплая, стабилизирована аппаратом внешней фиксации, и пациент готовится на амбулаторное лечение. Пациент перенес две операции. Впереди мужчину ждет реабилитация. Лилия Гатина, Ленар Султанов, новости Челны ТВ.